Привет, я Догмама Аня, это мои собаки Софи и Эйвен. И сегодня мы расскажем вам страшную тайну о том, как люди медленно отравляют своих собак. Наверняка каждый из вас, если сам не покупал, то видел в магазинах лакомства для собак, которые имеют приятный однородный цвет и практически не пахнут. А вы когда-нибудь сами пробовали готовить лакомство для собак, сушить или вялить мясо? И что из этого получилось? У вас бы, скорее всего, получилось лакомство, которое как минимум своеобразно пахнет и очень неоднородного цвета. А вот сейчас мы окунемся вместе с вами в мир правды о собачьих лакомствах. Понеслась! Красивые белые лакомства для наших любимых пушистиков обрабатываются самыми разными химическими реактивами, не указанными на упаковке. Запомните, все подобные лакомства отбеливаются искусственным путем и обрабатываются кучей химикатов. Чтобы вкусняшки не пахли и хранились вечность, перед сушкой эти собачьи лакомства проходят обработку формалином. Кстати, этот метод недопустим для человеческих продуктов. Дело в том, что формалин обладает сильнейшим бактерицидным действием, то есть убивает все бактерии, и это необходимо для сохранности продукта, ведь он не дает ему гнить. Но при попадании в организм формальдегид вызывает воспаление слизистых, гибель нервных клеток, убивает микрофлору как вредную, так и полезную, а впоследствии появляются уже необратимые изменения в печени, почках и селезенке. Поэтому все высококлассные ветеринары говорят, что такие вкусняшки в первую очередь сильно садят печень. В конце концов, интоксикация переходит в хроническую стадию, и поэтому эффект отравления проявляется далеко не сразу. Может быть, сейчас вы даете своей собаке подобные лакомства, и она нормально себя чувствует, но, возможно, это ненадолго. Просто через какое-то время у вашей собаки вдруг может отказать печень, селезенка или же почки, и никто уже не разберется, почему это произошло. А чтобы вкусняшки были красивого белого цвета, их вымачивают в растворе хлора. Действительно, хлор отбеливает и губителен для гнилостных микроорганизмов, но очень сомнительно, что он полезен для организмов животных. Да-да-да, именно как мы отбеливаем хлоркой белую ткань от загрязнения, точно так же хлорки замачивают и лакомство для наших милых пушистиков. Чтобы угодить нам, которым не нравится непонятный цвет, некрасивый вид и резкий запах натуральных лакомств. Вымачивать хлорки вкусняшки могут и не один раз. Чем чаще, тем светлее оттенок. К сожалению, мы сейчас живем в мире маркетинга, и нужно быть очень аккуратными. Если вы дорожите здоровьем вашей собаки, пожалуйста, будьте осторожны и избирательны в выборе лакомств. Производителям важна привлекательность товара для нас, покупателей. Но что важнее нам, здоровье собаки или вид и запах лакомства? Подумайте и решите сами. Если вы выбираете первое, то собираясь приобрести своему питомцу какую-нибудь вкусность, старайтесь выбирать лакомства с естественным запахом и неоднородным цветом. Случаев различных отравлений, заболеваний и проблем со здоровьем у животных при поедании любых вкусняшек было немало. Поэтому помните, что любое готовое лакомство для своего питомца вы покупаете на собственный страх и риск. Обязательно поделитесь этим видео со всеми, кого вы знаете, у кого есть собака. Поделившись этим видео, мы реально сможем спасти жизни очень многих собак. А также пишите свои вопросы в комментариях, мы обязательно постараемся на них ответить. Любите своих собак, заботьтесь об их здоровье, и будет вам счастье. Тебе не захотелось вкусняшку, Софи? Пойдем съедим. Уже, Эйвен, вкусняшку? Нет, мне после такого ничего не хочется. Мне хочется. Ну, как всегда. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.